артист или политик, вы понимаете, что человек должен выражать себя. Я вот пришел сюда, я ничего не учил. У меня не было режиссера, у меня не было текста, у меня не было ничего. Я ехал, робкий, вошел, я немножко знаю Альберта, Гордона знаю, Иосиф, все. И это обычный ресторан. И вот так бывает все. Я поздравил, мы поговорили о жизни, как есть сегодня. Никогда я не должен быть артистом, потому что это меня погубит. А вот именно то, что я как есть, то есть самовыражение, личность, самовыражающая себя, без режиссеров, без текста, без этих, как называется, критики театральные, будут писать, там, Жириновский там, не сумел выразить какую-то роль, я сам себя выражаю, мне никакие роли не нужны, и драматурги, и я против классики, и против Станиславского. Пока я временно поддерживаю Иосифа. Временно. До свидания.